14 серия. Москва. Красноярск. Трасса Р-255, Сибирь. Позади остались Кемерово, впереди Красноярск. На трассе ничего примечательного в этой серии не случилось. По всей вероятности, наверное, дальше будет музыкальная композиция. Музыкальная композиция из медиатеки YouTube. Здравствуйте, меня зовут Валентин. По поводу доставки автомобиля. Смотрите, я выехал сейчас из Кемерово. Ну, приеду сегодня, очень поздно в Красноярск. У меня такой вопрос, как насчет того, чтобы передать, получить, осмотреть автомобиль завтра рано с утра? Да? Ну, вы слышали разговор. К сожалению, в районе Красноярска будем уже затемно. Будем затемно, поэтому движение будет проходить уже в темное время суток. Но, с одной стороны, плохо то, что не увидим панораму, окружающую природу. Ну, а с другой стороны, хорошо то, что посмотрите условия движения в ночное время, в темное время суток. В следующей серии, значит, информация о месте остановки, привала, ночевки. Это кафе Сож. В первых сериях я немножко вставки делал, но здесь реально на трассе, реально на видео. В следующей серии вы это увидите. Ну а дальше, я думаю, будет музыкальная композиция.
Thank you.
Thank you.